Привезли их на самом деле из Краснодара. В диком, таком набитом курями перевозчике. Оттуда торчали только хвосты и клювы. И яйца еще вываливались. То есть они реально там в 5 этажей набиты перевозчик. Облезлые куры, совершенно невозможными перьями. Но яйца валились во все стороны. И вот вопрос, чем кормить инкубаторских кур? С деревенскими все понятно. Они ходят себе, травку щиплет и нормально. А эти, они даже из сарая выходить не хотят. Чего-то боятся. Траву им кладут, не едят. Они не понимают, что это такое. А комбикорм я им не даю принципиально. Потому что в детстве в нашем городе, где мы жили, проходили целые демонстрации по поводу того, чтобы запретить строительство комбината по производству белкового витаминного концентрата, потому что это очень вредно для экологии. А мы с курицами за экологию. Знаете, что такое попкорн? Я отвечаю. Это такая вкусняшка, которую в кинотеатре дают, чтобы фильм смотреть вкуснее. Я вот переехала в деревню-то. Кинотеатра нету. А попкорна хочется иногда. Приезжаю в город. Говорю, попкорн есть у вас? Говорит, есть. Приносит. Пакетик с зернами. Говорит, а шо? Шо, попкорн. Я говорю, шо мне с этим делать? Землю потыкай, полей, но вырастет. Земли много. Потыкала. Растет. Но очень на кукурузу похоже.